столица нашей родины, это отправная точка большого путешествия по нашей выставке и в целом по всей нашей стране. Это точка центральная, с которой, в общем-то, и начинается вся история нашей страны, и каждый гость выставки может познакомиться с ее огромным разнообразием. Концепция пространства Москвы, она тоже не случайная. Это большой мультимедийный стенд, самая большая цифровая поверхность выставки. Говорит она нам о том, что Москва – это город очень технологичный и открытый для каждого. Мы рады приветствовать каждого гостя и знакомить его с достижениями столицы в различных областях. Мы разработали 10 тематических треков, 10 транспортный комплекс и здравоохранение, и уникальный умный город с цифровыми сервисами столицы, и образование Москвы. Каждый день у нас проходит огромное количество мероприятий. Москву считают одним из лучших мировых мегаполисов. И это неспроста. Нашему городу есть чем гордиться. В столице развивают инновационную систему здравоохранения. В нашем городе открывают новые поликлиники и модернизируют существующие. Медицинские работники используют современное оборудование, а единая медицинская информационно-аналитическая система объединяет сотни медучреждений и упрощает доступ к медицинским услугам. Портал Мос.ру – это крупнейшая цифровая платформа для жителей мегаполиса, где они могут получить доступ к более чем 400 различным услугам и сервисам для всех сфер жизни. Высокие технологии есть и в образовании. Московская электронная школа – это онлайн-платформа, которая объединяет детей, родителей и учителей. Здесь доступны электронные журналы и дневники, виртуальные лаборатории и многое другое. Московская система образования занимает одно из лидирующих мест в мире, предоставляя уникальные возможности для развития детских талантов и навыков, необходимых в будущем. За последние 11 лет в Москве построили 156 школьных зданий на 93 тысячи мест и 372 детских сада на 65 тысяч мест. Москва – город здоровых людей. Больше половины горожан регулярно занимаются спортом, поэтому в каждом районе города есть специализированные площадки и тренажеры. В столице ежегодно проводят больше 20 тысяч спортивных мероприятий, включая международные соревнования. Поэтому в Москве строят стадионы, соответствующие мировым стандартам. Иногда мегаполисы называют каменными джунглями, но это не про наш город. Москва – самый зеленый мегаполис мира. Здесь около половины площади города составляют озелененные территории – скверы, парки и заповедники. За последние 11 лет на улицах столицы высадили больше 10 миллионов деревьев и кустарников, а выбросы промышленности и транспорта в атмосферу сократились почти в 3 раза. Москва – лидер в развитии транспортных программ. Здесь самый крупный в мире парк электробусов и крупнейшее метрокольцо – большая кольцевая линия. С 2011 года в нашем городе открыли 160 станций метро, МЦК и МЦД. Построили больше 1000 километров новых дорог. Эти усилия позволяют практически каждому москвичу жить в условиях с удобным транспортным доступом. Москва реализует крупнейшую программу реновации жилого фонда. С 2011 года построили больше 50 миллионов квадратных метров нового жилья. В столице больше 10 тысяч уникальных исторических памятников, что делает ее вторым городом в мире по количеству объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Городские службы провели реставрацию около 2000 памятников архитектуры. За последние 10 лет уровень преступности в Москве снизился, что делает наш город пространством для безопасной и спокойной жизни. Такой успех достигнут благодаря применению современных технологий, видеоаналитики и системы распознавания лиц в общественном транспорте. Москва для бизнеса, а бизнес для Москвы. В городе работает больше 830 тысяч малых и средних предприятий, в которых больше 3 миллионов рабочих мест. В столице есть 10 программ финансовой поддержки малых и средних предприятий, субсидии для резидентов технопарков, льготные займы инновационным компаниям, профессиональные сообщества и бизнес-образование. Москва – лидер в области инновационной инфраструктуры. В столице больше сотни коворкингов и 51 технопарк, где работают 2000 резидентов и создано 72 тысячи рабочих мест. Кроме того, доступно 216 площадок для тестирования инноваций. Москва – город, в котором комфортно жить каждому.
Ежедневно пространство Москвы посещает огромное количество гостей, которые с удовольствием принимают участие в наших активностях. Для тех, кто очень спешит, буквально за несколько минут гость может познакомиться с различными показателями столицы и узнать, почему столица является лидером среди других мировых столиц и в целом, конечно, среди городов нашей страны. Для тех посетителей, которые хотят забрать с собой что-то интересное и уникальное, мы приготовили тоже небольшой подарок. Это зона XR, где можно записать свое видео на фоне достопримечательностей столицы. И это видео можно забрать с собой, скачав его по QR-коду для удобства наших гостей. Также мы предлагаем всем гостям составить свой идеальный маршрут по столице с помощью цифрового сервиса. Каждый может выбрать идеальные для себя места. Это либо музей, либо какие-то открытые городские площадки. Также выбрать лучшие рестораны Москвы, да, с кухней на выбор. Ну и тех, кто имеет детей, тоже могут выбрать активности, которые предназначены для семей с детьми. Вот, мы предусмотрели активности для каждого гостя и будем рады видеть каждого здесь у нас. Наше пространство открыто, так же, как и столица, для всех посетителей. Мы всех очень ждем. Приходите на наши мероприятия.